слишком рад. Алейкум ассалам, брат. Видел, как возгордился? Посмотри, посмотри, какой важный. Кто? Брат Кязым. Он и так хвастливый, так теперь еще стал сватом семьи Корхан. Поэтому он такой важный. Вчера вечером там была суматоха, но потом они все уладили. Как это? Племянник моей жены работал там вчера. Там кое-что случилось. Сваты пришли к старшей дочери, но засватали младшую, ты представляешь? Ты нас не видел. Как скажете, господин. Жди здесь. Мой господин, просыпайся. Ферит! Давай. Давай, давай, давай. Доброе утро, луч моей жизни. Побереги свою нежность для женушки. Что такое? У нас много дел. А где девушки? Сам смотрел всю ночь сериалы, еще и спрашиваешь про девушек. Я готовлюсь к женитьбе. Потом каждый день буду смотреть сериалы. Ты же знаешь. Так, выпей это. Мы должны забрать госпожу Сейран, чтобы уладить с документами. Она уже стала госпожой, да? Ну, конечно. Она же невестка семьи Корхан. Давай, пей, пей, пей. Быстро, быстро. Кстати, у меня хорошая новость. Госпожа Ифакат уезжает. Когда? Сегодня? Ну да. А я думаю, почему я с утра такой веселый? Ну все, все, вставай, не время валяться. Хорошо. Живо, быстро, быстро, давай. Какая же ты красивая. Сейран, иди ко мне, присядь. Ваш отец растил вас для этого. Ради вашего будущего. Ради нашего будущего? Ну, конечно. А как же? Он мог выдать вас замуж за любого. Но он хочет, чтобы вы вошли в хорошую, зажиточную семью. Каждый отец хочет, чтобы его дочь жила в достатке и ни в чем не нуждалась. За то, что у него нет сына? Он все эти годы не смотрел на нас, тетя. Неважно. Сейчас вы важны для него. Все родители хотят, чтобы его дети были счастливы. Думаешь, сестра счастлива? Ты не видела вчера ее состояние? А как же я? Только недавно вы выпустили меня из этой темницы, тетя. Это все мелочи. Жизнь намного сложнее. Хотела бы я, чтобы и мой отец был таким, как Кязым, и выдал бы меня удачно замуж. Но ты же сама не захотела выходить замуж. Разве не так? Я сейчас противлюсь, и почему ты не поддерживаешь меня? Да, верно. Я сама не захотела. И по делу мне. В молодости я была такой, как вы. На улице все засматривались на меня. Все знали про роковую красавицу Хатидже. А теперь посмотри на меня. Посмотри, дочка. Так и застряла в этом особняке. Я хочу сказать, что от судьбы не убежишь. А теперь возьми свои документы. Приготовься. Я тоже должна собраться. И не ной, не доводи сестру.
Возьми трубку. Я вижу, что ты не спишь. Что нужно? Как ты? Не лучше, чем ты. Да, мне лучше всех. Ты видишь, что со мной. Куда ты собралась? За покупками? Я же спросила, куда вы собрались? Скажи мне. Скажи, не переживай, хуже не будет. Нужно подать заявление в ЗАГС. Но я не выйду замуж, сестра. Вот увидишь. Я что-нибудь придумаю. Как будто у тебя есть выбор. Если понадобится, я сбегу. Но я все равно не выйду за того, кто так поступил с тобой. Мне Юсуф звонил. Значит, он тоже слышал про мой позор. Сестра, это не ты опозорилась. Отец. Алло, Юсуф? Сейран, это правда? Я около двери. Выйди на пару минут. Юсуф, я не могу. Пожалуйста, уходи оттуда. Тебя могут увидеть, слышишь? Сейран, что за чушь? Юсуф, ладно, хорошо. Делай, что хочешь, но... Хорошо, я позвоню тебе, обещаю. Сейран, мне все равно, выходи. Хорошо, я попробую. Хорошо, хорошо, но, пожалуйста, уходи оттуда. Ради меня, Юсуф, умоляю тебя. Придумай что-нибудь. О, Боже. Боже. Что мне делать? Боже, помоги мне. Ну, жених, возьми. Ты справишься. Я верю в тебя. Давай. Конечно, справлюсь. Ведь все только начинается. Ну, удачи нам. Сейран? Не могу поверить, что она скоро станет женщиной. О, Аллах, помоги нам. Я здесь, тетя. Ну, желаю удачи. Иди, дочка. Иди. Сейран. Ради Бога, будь приветлива с ним. Не вздумай спорить, прошу тебя, не вздумай. Хорошо? Добро пожаловать. Спасибо. Как дела, красотка?
Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Добрый день. А где Суна? Я переживаю за нее. Нам нужно загладить эту ситуацию. В конце концов, скоро станем родственниками. Здравствуйте. Здравствуйте. Это для вас. Спасибо. Пойдем? Вы куда-то уходите? Если хотите, мы подвезем. Нет, вы поезжайте. Хорошо. Увидимся. Пойдем?